Так, бессмертная копейка. Макс, на какую вы точку, Макс? Прямо? Сейчас они поехали на те точки, которые только что брала котлета. Ну, тут для этих машин несложно и не очень интересно. Так, следы копейки, ну, как-то недалеко она ушла. И встретил он братуху вон на дороге. Сейчас небольшой ремонт, пойдем посмотрим. Не, просто долив джиперской воды в систему охлаждения. Так, вот тут где-то еще точка есть. Хорошую машину построили. Пытался, я кричал, пытался спасти дверь. Чуть-чуть закипели. Смотрите, вот под капотом кадр. И на капоте, кто не видел, я уже показывал, одинаковый. Антифриз? Уровень понизился. Сложная дорога была, бро. Ну да. Летим? Скажем так, хорошая точка, но не понравилось тебе. Вот. Давай, там впереди еще есть. Мы вперед, чтобы копейку снять, подъезжающую к точкам. Она сзади пытается нас настигнуть. Так, бессмертная копейка сейчас будет совершать. Главное, чтобы она дожила до... Тут однобальная, правда, но она и не сложная. Там дальше еще тоже есть. Однобальная, да. Так, этот бешеный пилот. Говорит вообще ни о чем. Но он ее быстрее, чем Мерседес возьмет, явно. По-моему, он даже сейчас тут развернется, чтобы езжать по этому берегу. Слышь, а как он над этим пеньком проехал? По колесу. Колесом, да? Спокойно. Это жесть вообще. Посмотрите, что творит. Что такое? Заблокированный дифференциал с правильными шинами, да? А семерка ездит? Все же где-то? Ну да, да, да. Семерка есть. Смотрите, как четко и быстро. Это пилот очень крутой. Вообще? Ниже руку, ниже руку. Вот сюда стань, вот сюда стань. Вот отсюда как раз снимешь. Да, это... Тут буквально метров 50, еще три точки, одна точка. Садятся. Сцепление, конечно, это. Вот насколько он быстрее взял, чем Мерседес? Намного быстрее. Так, тут Паджеро. Много встречаем экипажей. Привет. Пыльно, но весело. Так, тут было интересно, взяли они уже, наверное. А может, не все еще взяли. Сейчас посмотрим топовую борьбу. Не только ж копейки бороться. Просто шикарнейшие диски, ковочка японская. И тут, видите, не так просто. Патрол ушел. Точка на дереве. Очень неудобно. Сложно сфотографироваться из-за деревьев, рельефа. Вот так, да. Ну, тут и копейка может побороться. Так, бессмертная копейка прибыла уже к месту событий.
Так, давай, давай, ищи точку. Ищи точку. Нашел. Это ваша, вы берете ее. Вы ее берете. Наверное, задом. Наверное, задом лучше. Зад дальше торчит. Да, но. Патрули, да, сейчас будет оба патруля вниз выезжать. Они... Так, патрули с той стороны, через два яра, не знаю, неправильный, наверное, ход. Ну, будем смотреть. Нам лучше. Бессмертная копейка начинает свой заход. Патрул вернулся, и это правильно, потому что оттуда там нереально. Так, ну, бессмертная... Вместе с Кощеем они вдвоем едут сейчас. Пока берут попроще, которая вот она рядом. Тут вообще без вопросов, а потом пойдут на более сложную. Это пятибальная или десятибальная. Полных двое суток борьбы. И это только небольшие эпизоды. Бессмертная копейка. Подъезжает, да. Отлично, все. Мероприятие «Вода Диберская». Да. А за недорого тут могла быть и ваша реклама, да? Ну, конечно, и бессмертная. Потому что самое массовое мероприятие за последние годы, реально. И вот спонсор только один. Очень быстро, ребята. Что, штурман поедет за рулем? Да, да, вот до этого места тебе спокойно вы дотянетесь. Там, кстати, Валера Бобик сейчас берет тут электрическую, я так понимаю, сюда тоже приедет. Так, ну ребята на лебедке. Спускаются тут. Большая тяжелая машина. Лебеда хорошая у ребят, ну, такая вертикаль. Все быстро. Это он Карпаты все вырезал, да? Очень быстро. Готовить дорогу для копейки. Жалко поцарапать, да? Лишние пеньки срезал, да. Ну, горы ребятам привычны. Ничего сложного. Так, бессмертная. Тут контент со всех сторон. Стало как-то веселее. Я тут за деревом. Попал на пенек, да? Ну, уже нету почти пенька. Тракторными колесами. Стоп. Срезал пенек тракторными. Крутись, вперед, влево, назад, вправо. Давай. Все нормально, крутись, как ты ехал. Хорош. Отлично идешь. Крути. Еще. Равняется, посмотрите. Машина не широкая. Вперед, влево уйди. В общем, машина чем страшнее, тем она привлекательней. У Макса такой принцип. Дело в том, что потихоньку. Так, у бессмертной очередная поломка. Пропало сцепление. Но они не сдаются. Так, что-то не хочет заводиться. Но пилот не сдается.
пока машин много. Тут ребята подъехали, колесная база удлинена до каких-то нереальных размеров уже. Да. Не, ну, пусть ищет тогда. Так, ну они доехали до точки. Закончилось. Вообще нету сцепления? Ну, что-то есть еще немного, но прям плохо. Он видит, кто у тебя цифра на машине стоит? Я не знаю. Ну, дверь на подогнули копейку, специально, на видишь? На копейку, в принципе, не узнать. Тяжело здесь сегодня. Не-не, ну по правилам должна быть цифра видна. Сцепления нема. Это что-то, что не поднимется. Стой, стой, да подожди, Валера не взялся. Зато... Давай. На. Давай, сейчас можешь пробовать опустить. Заводись. Не, она так не заводится прямо, чтоб. Давай, 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 где спуск, давай, давай. Еще чуть-чуть. Тут угорка, надо посильнее. Блин, на стартере валит вообще. Посмотри, что творит, вообще нереальное что-то. Понял, давай, и закрыл. Толкнули, перекрыл вам дорогу. Поставим. Перекрыл вам дорогу, чтобы точно вы не улизнули. Не, ну он просто не как дополнительный тормоз. Друзья, вот тут канал очень известный. Подписывайтесь. С хорошим внедорожником. И с 4000 оффроудных роликов на любой вкус. Положи. Давай! Назад? Тут мы в гору вперлись, надо чуть, наверное, с разгончиком. Давайте назад. Ты пробуешь завестись? Попробуй полный газ. Выключи подсос, полный газ. Залило. Выключи полный газ. Полный газ есть. Не. Не хочет? Давай, 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 пошла. А сейчас Бобику зацепим, додернешь. Тут такое решение, кто не видел. У стартер аккумулятор четкий. Ну что, вытолкнем или не вытолкнем? Там бугор, я не знаю. Да. Может чуть назад попробовать разгон. Попробуй назад и ходом попробуем вытолкнуть. Назад. На передаче. Хорош. Стоп, теперь подожди, мы все возьмемся. Давай! Бессмертная на стартере идет. С горы заводись! Давай, бессмертная, давай! Искра где-то в землю ушла. Или бензин. Что-то не хочет заводиться. Посмотри, что там происходит. Фух, блин. Измотал. Да, ну сейчас что-то разберутся ребята, я думаю. Бобик берет эту точку для копейки. Тут ему вообще не сложно. Давайте немного про машину. Не все, наверное, знают. Патрулевские мосты. 61-й патрол. Мерседесовский 606-й турбодизель. Давай, вон, назад. Очень длинная колесная база. Вообще не узнать автомобиль полностью, все новое. Остатки рамы. И все, и больше ничего. Красивая получилась машина, и главное во всем этом — красивая и эффективная.
вот на сложную точку. Жестко. По-жесткому ребята зашли. Колесная база очень длинная. Как-то жестко ты зашел. Тут вертикаль. Что там, ударились обо что-то? Жестко залетели. Да, да, я не ожидал. Лебедки есть, выехать. Вопрос, что там? Не беру точку. Без лебедки не получится выехать, я думаю. Сейчас посмотрим. Валера, от советского автопрома, кроме рамы, осталось что-то? Шишиговская раздатка? Не, ну Бобик уже из золота. Не, ну автоспорт. Тут не самый большой бюджет в этой машине. Ну, аппарат шикарный получился. Подъехал дефазик, да. Не, ну задом на лебеде, ну вообще на механике, да. Тут не просто так, на сцеплении. Точку берут, отходи. Отходи осторожно. Откуда тут дерево? Что такое дерево? Кстати, у тебя тормозов нету, нахера ты поехал? А что есть тормозов? Да, очень тут непросто. Вертикальный уклон, жесть просто. Сторону выверну. Хороший запас прочности у автомобиля. И все получилось. Из недостатков вижу патрубок охлаждения. Ничем не защищен. Выскочили. Копейка уехала, друзья, не знаю. А вот. Или за этими. Топовые. Давай за этими. Этих еще не было в кадре, да. Да. Да заезжайте, пока свободно. Давай, пока свободно, вот. Там лебедкой спускаться надо только. Можно задом, перед. Вот. Хотя Валера спустился без лебедки, но подниматься... Спустил. Есть проблема. А что оторвали? Валера, что оторвали? Валера, что оторвали? Я лопнула. Где? Это на спуске? На каком спуске? Ох, елки. Да. Вова, Нива уехала, елки-палки. Вова. Он не будет брать эту точку, да. Так, едем за дефазиком, блин. Только от него пыли. Еще, подожди, нам надо правее уйти. Это не дорога, он по полю едет, да? Ну, типа, да. Ну, там накатанная тоже. Там просто